Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Сегодня 31 августа. Хочу показать цены на субботнем рынке в районе Махмутлан. Мы, как агентство недвижимости, также занимаемся денежными переводами по всей Турции, ну, по всему миру. У нас денежный перевод как «Золотая корона», «Ria Money Transfer», «Shift», «InPay», «Tunes» и другие переводы. Также мы занимаемся обменом криптовалюты, принимаем с рублевых карт на Тинькофф, Сбер рубли и моментально передаем лиры, доллары, евро по курсу того дня. Самые нормальные курсы на этом рынке у нас, чтобы вы понимали. Также делаем перестановку денег. Если у вас есть сложности с этим, обращайтесь. В некоторых странах есть санкции. Офис находится около башни часов Махмутлара. Вот башня часов, там море. Июль был очень жарким. Ну, вроде сейчас конец августа, начало сентября. Температура спала на 3-4 градуса. Прохладно, не очень жарко, нормально. Вода 30 градусов, 31 градусов. Ага. Входим на рынок. Это маленькая айва как-то называется, очень полезно. Куала. Она розовая, внутри маленькие эти косточки. На 60 лир виноград. Виноград. Зелень от 15 лир и выше. Помидоры 20 лир и выше. Баклажаны 20 лир и выше. По вечерам после 7 часов цены нормализуются, но где-то 10 лир скидки бывают. Вот арбуз настоящий, домашний, с огорода, килограмм 15 лир. Как я знаю, там никакого химиката, ничего нету. Бананы, картошка 25-20 лир картошки, лук тоже 20 лир. Шекеля. Чеснок. Чеснок 3 штуки стоит 40 лир. 2 штуки. Кукуруза 4 штуки 50 лир. Здесь в этой части немножко подороже. Сейчас я зайду внутрь. Орешки. О, цветочки, чаи. Вот здесь 40 лир стоит виноград. Уже подешевле на 20 лир. Там было 60 лир. Болгарский перец 35 лир, кабак 30 лир, помидоры 15 лир, огурцы 20 лир и выше, арбуз здесь 10 лир, это уже химикатами, короче. 50 лир, виноград. Картошки 10 лир маленькие, 20 лир большие, 15-20 лир лук. Mm-hmm.
Морковь 30 лир. Драконий гранат. Штука 50 лир. Дыня 25 лир килограмм. Кокос нека, да? 100 лир. Стой. Гранат 100 лир. Сладкий без косточек. Продают вот такой коктейль. Фрукты. Он танеска 400 100 лир. Готовый. Берете, кушаете, идете дальше. Маракуйя 300 лир. Ну, можно подешевле найти. 100 лир стоит малина. Пачка. И... Буда южлирама? Ишевика. Абрикосы 80 лир, персик 50, 40 лир даже есть, вот 40 лир. Здесь 40, напротив 50, интересно, да? 20, ну 20 уже. Все яблоки 25 лир, инжир большой 100 лир. Сливки 30 лир. Плюс-минус 25 лир морковь. Абе, мерама, буйр, абе. Она ура не Все вроде, показал цены на овощи, фрукты, орешки. Цены на мясо плюс-минус такие же, как я снимал в ролике 2 недели назад. Банан сейчас глянем еще. Банан 30 лир. Килограмм. Ставим лайк, подписываем на наш канал, пишем комментарии. Ну, что вам тут понравилось. Цены вроде сильно не изменились. Скину ролик снизу, посмотрите цены, соотношение цен 2 недели назад. Всем пока-пока.